Ситуацию в импортозамещении Дмитрий Медведев обсудил с генеральным директором агентства стратегических инициатив Андреем Никитиным. Речь, в частности, шла о выходе на внешние рынки. По словам главы правительства, об истинном успехе импортозамещения можно будет судить, когда российские товары будут востребованы за рубежом. Но сначала надо устранить административные барьеры. Есть какие-то направления, на которых вы считаете правильным сейчас сконцентрировать усилия? Остается проблема с международной торговлей. На сегодняшний день не фиксируется, скажем так, предприниматели позитивных изменений. Скорее, по опросам они говорят даже о том, что жить стало сложнее. Слушаешь предпринимателей, они говорят, ну, давления много, слишком много решений, подчас ненужных. Слушаешь, например, представителей ведомства, они говорят, да нет, значит, мы все упростили, все выглядит гораздо лучше, чем это было, например, там, 5 лет назад. Истина, кстати, очень часто действительно бывает посередине, поэтому просил бы вас именно на этом направлении сконцентрироваться, подготовить предложение по всем направлениям.